Привет, друзья! С вами снова Валда и Горелли, и мы продолжаем выживать в Infestation Survivor Stories. Да, всем привет, дорогие друзья. Или, как я по привычке говорю, или Варзет. Ну, в общем, да, так и есть. В общем-то, что могу сказать? Мы поменяли обратно сервак, играем на старом добром Ру-10, потому что тестовый сервак мы показали, что хотели, в принципе. Мы посмотрели. Надеюсь, пока там сильно большой ажиотаж, и я не думаю, что... Ну, сейчас просто, да, ввели просто машины, и там ажиотаж стал гораздо больше. В итоге мы... Да. Самое интересное, что мы появились рядом друг с другом, только Грайль умирает, поэтому бегу ему на помощь. Мне, собственно, я не умираю ни от чего, кроме жажды и голода, поэтому... Ну, смотри, меня вообще нифига нет, поэтому ищем Frosty Pines и все. Вот я вот прям захожу в Frosty Pines. На серваке играет сейчас в данный момент 35 человек в среднем, так что... 38 написано. Да, ну, в любом случае, это очень дофига для обычного сервера, если честно. Но, тем не менее, поменьше, чем 90 человек на этом самом тестовом, как в прошлой серии, блин, когда реально там на каждом углу по 20 человек бегают с дробовиками. Так что все равно попроще. Вот, кстати, от разработчиков с наступающим праздником, вот, елочка стоит прямо в Frosty Pines. Да ладно, да? Клево. Елка со звездой, да, вся фигня. Пойду подарки поищу. Так, смотри, я прям на горе, короче. Можешь карту глянуть, если пока увидишь, и поймешь, где я. Да, ты на горе. Я тебя буквально уже могу увидеть, но только мне елки мешают. Ну да, елок дофига. Ну, в общем, город я вижу, елку, конечно, нет. Бегу к городу. Экономлю пока что. Мне написано, что я запросил помощь, и... У меня тоже написалось то же самое, вы запросили помощь. Здесь, вот. А, вот, видите, и появилась бедствие. Такая штука, да, help me, бедствие. Курлык, награда. Я знаю, что это индюшку дадут, наверное. Круто. В общем, какая-то новая фигня непонятная появилась на серваке. Это типа задание, я так понял, или либо это те именно ивенты, про которые Валдай говорил в прошлой серии. Ну, в общем, да, что-то интересное. Но в любом случае, не пойдем. Курлык. Что-то там плохое пишет. Да, что-то там причем так. Не на совсем русском языке, мне кажется. Ой, я вижу твою галочку, ел день. Помощь Санты. Видишь галочку мою? Да, вижу. Ну, отлично. А зомби видишь, там много? Есть, я тебе капитана Джека Фроста возьму, шапку. Отлично. Ты там где, в супермаркете, надеюсь, нет? Кто-то стреляет. Слышу, да, пока не вижу. Ну, черт возьми, почему такая западло-то опять? Только мы вместе, только все хорошо. И рядом с нами кто-то есть. Holy shit. Тут, наверное, Санта ничего такого не оставил. Помощник Санты еще одна. Блин, я буду помощником Санты. Блин, я хочу быть помощником Санты. Слышишь, мне не нравится, что кто стреляет. Я, конечно, понимаю, что Санты быть здорово, и помощником тем более. Но все же. Ну, блин, я ничего не смогу сделать. У меня голые руки, я могу синюю палочку в него бросить. Ну, так такая же тема. Давай напишем в чат, в этот самый, в местный. Типа, бро, не стреляй, мы мирные. Нет? Да, не знаю. Ближний, типа. Ну, да. Ну, я зайду, в принципе, я не знаю. У меня выбора нет. Либо сдохнуть от голода. Так, я на картах, потому что там рядом со мной зомбарь, я не хочу агрить. Я уже нагрел одного волда, если ты мне не поможешь, то я сдохну. Беги прямо дальше, тут, вот в ту сторону, к этому, к горам большим. Там машина скорая, примешь на нее, даже выживешь. До поры до времени. А я тебе объясню уже, Ты просто потом сзади спускаешься аккуратно с машины и убегаешь. Блин, меня тоже западло, у меня с обоих сторон зомбари, один там в траве валяется. Я скорой, конечно, не вижу. Она за тем зданием, в котором ты. Черт. Ударили? Да, ударил зомби и убил. Я бегу к скорой, короче, все, у меня тут тоже западло. А, меня убил с ГТ Том Ли, может, снайпер. А, да? Здорово, отлично. Тогда я вали с того города. Ну что ж, замечательное начало, вот я практически увидел Догорелли, я был в двух шагах от него, теперь я заставил двух зомби на себя, которые бегут за мной активно. И теперь, естественно, меня тоже увидят и убьют. Офигенно чё. Да, собственно, ничего страшного, я думаю. Как ник зовут, который тебя убил? SSGT Том Ли. Понятно, я просто посмотреть, есть такой, пока не вижу. Значит, плевать. Как много зомби, как мало стамины. Он какой-то странный, он странно выглядит. Какой-то у него шлем, ну он там около тебя, да? Да. Черт возьми. Плохо все равно мои дела. Стероидос у него. Он шериф, типа, или кто-то такой. Плохи мои дела тогда, очень плохи. Не знаю, зачем шериф убил меня. Шериф, не стреляй!
Так он тебя и послушает теперь. Так, подожди, ну у меня вот еще я... завалит. Я уже могу воскресить своего предыдущего персонажа, какого-то из уже не знаю скольки. Так. У меня тут жопа полная, я поднялся на стройку, тут только каска. Хотя нет, не только каска. Добери эту чертову каску быстрее. Овсянка, сэр. Здорово. Хотелось бы иногда каской кинуть. Просто овсянка была зомби отбиваться. Конечно, было глупо бежать по центру города. Пустая бутылка. Пешкодралом, а весь рост, ну просто я реально подыхал от голода и жажды. У меня обе красным горели, я от этого уже отнимали жизни. Единственный вариант был что-то найти. Где стреляли, я не понял, поэтому, по сути, смерть была ожидаема. Валдай ничем помочь не смог бы все равно, даже если бы мы... Да меня сейчас самого убьют, тут не парься, в принципе. Я столько зомби нагрел, что все, тут он по-любому уже знает, где я, скорее всего. Так, я тебя пригласил. Пока не могу, братуха, извини. А потом. Ой, рядом, кстати, с этим бедствием. Ну-ка, я пойду посмотрю. Сходи, зацени. Не, ну как бы не то, чтобы рядом, я еще довольно далеко. Но все же. Хэлкей. Это он как раз бедствие запросил. Хэлкей. Бежите. За снопой пошли. Канистру нашел, которая бесполезна в этом сервере. Энергетик. Я бы даже, пожалуй, выпил его сейчас, чтобы самин восстановить. Отлично, выпил. Шоколадный батончик. Газировка. Оружие, пожалуйста, дайте мне оружие, я вас очень прошу. Черт возьми. Оружие ноль. Люди просто... Все, в топку, иду, воду набрал, убегаю с города, в горы. Зомби за собой вожу. Нафиг. Там ребята что-то как-то странно общаются очень. Да, плевать, не акцентируй внимание. Это их выбор. Как общаться. Так, ну что, кажется, зомби отстали от меня на самом деле. Очень вовремя, потому что у меня стамина кончилась. Энергетик не помог. Не, вот как он быстрее останавливает стамину, но не сразу, не моментально. Так, давай, теперь приглашение принять надо, да? Да, прими. Принял. Так, и ты у нас около вот этого хавки, да? Ну, блин, да, я далеко от тебя, получается. Мне бы лодку сейчас. Я сейчас поплыву по реке и доплыву до тебя. Я просто посмотрю, что там хавки. Давай тогда по реке пойдем по дружку на встречу. Меня убьет просто. А ты лучше пошайся в городе, если есть возможность. Так там чувак этот, я не хочу с ним встречаться, зачем? Он агрессивный, снайпер, я так понял, снапы тут есть. Ну, если мы с тобой на этом все пойдем. Я поплаваю по речке лучше спокойненько, аккуратненько. В принципе, еда, вода у меня полная практически. Так что просто поплаваю. Надеюсь, в воду мне пуля не прилетит, точнее, в воду пуля не прилетит. А ты иди по направлению ко мне потихонечку. Сейчас я посмотрю. Я прям по реке плыву. Просто четко по реке. Лево. Думаю, что... Я попробую, конечно, но я не уверен, что... То есть... Есть смысл бежать мне к тебе. Почему? А что мы там найдем, например? Вот надо бежать в патч. Вот это давай вот, бежим на какое-нибудь место, давай вдвоем. Давай патч... Блин, да, вот спринт, патч давай. Фарм, да? Патч фарм лучше. Патч фарм это ферма, я не знаю. По-моему, это просто... Так называется. Ну, просто она ко мне очень близко, на самом деле. Я там тебя подождал бы. Да, давай. У меня еда вода есть, нормально, давай, побежали. Сейчас я буквально чуть-чуть выгляну. Так, почти. И схвачу пулю в лоб найника. Да, все-таки 30 человек тоже немаловато получается. Вот только что, по сути, зареспавнились на серваке и тут же, блин, нагорели, получил пулю. Обломно. Может иметь смысл поискать сервак, где еще меньше народа. Хотя, в принципе, ну так неинтересно будет тоже, наверное, да? Да не, чтобы вообще не было людей, это тоже неправильно. Не, ну не вообще, нет, там, чтобы играло человек. ММО, типа. Ну как ММО? Многопользовательская игра. Поэтому. Поэтому есть смысл в людях. Единственное, я перестал верить уже очень давно в то, что люди бывают нормальные здесь. Пока не встречу нормальных, не поверю. Хоть и пишу там в чатике. Похоже на развод всегда. Да, согласен. Так, у меня на самом деле не так много всего, как я думал, что я успел взять. Я успел взять газировку, шоколадный батончик и овсянку. Газировку, пожалуй, поставлю на быстрый слот по-быстрому. Газировка, газировка, газировка. Все. Ай, камни лагущие. Так, ну что, я тут, в принципе, в лесу опять, как обычно. Лесные массивы.
Я просто хожу, тут ищу пулю. Иди ко мне в эту ферму. Блин, а как же help me? Забей, ну серьезно, братуха, ну зачем тебе это надо? Ну, как всегда, интересно смотреть что-то новенькое. В принципе, вот я отсюда вижу, где находится это место, и там вроде как ничего не происходит. Я так понимаю, просто появилась у ребят возможность писать такую тему в мировой чат, типа, чтобы, ну, какая-то команда, может, не знаю, и, типа, тем самым показывать себя на карте. Вот и все. Теперь просто будут люди прикалываться периодически так и делать. Будет подстава реально, скорее всего. Вот именно такие, что там, типа, хэллоу. Вот, бедствие позвать, да, есть такое. А, ну вот, видишь. И награду написать можно самому. Да, что-то я тупанул, получается. Ни к чему это хорошему не приведет. Да, беги ко мне, я тебе говорю, серьезно. Тут, тем более, он не так далеко. Давай Superior Junction вместе двинемся. Подожди, ты... увеличу карту-то нифига не вижу. Давай. Ты бежишь сначала до Гленвуда? А я сначала бегу не... до фермы, до этой, до Patch Farm. Давай, я тоже на Patch Farm бегу. Я не побегу в Гленвуд, зачем мне Гленвуд? Мне не по пути. У меня Patch Farm прямо передо мной сейчас будет. Хорошо, давай туда-туда. На этом я с тобой согласен. Ну я тебе полусилия зову в Patch Farm уже, так что давай-давай. Да я первый предложил. Угу. Здесь машин нет, но канистр уже есть, да? Ну я видел, не знаю, может это, конечно, не канистра была, там не высветилась надпись, потому что мимо пробегал, но очень похоже, она стояла прямо на заправке и четко прям такая, конечно, зелененькая, по форме напоминающая канистру. Что это еще может быть? Уголь? Для крафта. Так что, скорее всего, канистра. Да, для крафта, я на самом деле не знаю, что для крафта вообще здесь. В целом, но я думаю, много вещей. Ну, суть в том, что их нужно просто выкидывать, потому что они не нужны пока что. Нам они точно без. Во-первых, крафт еще как таковой, по-моему, не ввели, насколько я знаю, да? Во-вторых, пока что нужно, ну, для него нужны еще какие-то схемы там, типа рецепты. Рецепты нужны, да. Какие-то. А откуда у нас рецепты? Находить. Там живатые парни в белой и красной футболке. Нифига подобного, я в камуфляже. Клетчатый. А, это не в клетчатый, точно. Блин, я уже тут помню. Камуфляжная. Ну, блин. Я ровный парень. Который ничего не боится, даже пули в лоб. Просто он выдергивает его из лба и дальше бежит. Ему плевать. У меня каска оранжевая, потому что еще есть строительная. Ее одеваешь, и все, тебе не страшно, даже на голову пойдет арматура большая, бетонная. Да, зато ты становишься видимый для всех просто как мишень. Да, я знаю. Оранжевая. Я знаю. Но я просто в панике бегал, за мной бежал вот за дофига зомби, я убил снайпер, блин, и он шел в мое направление, наверное, потому что видел толпу зомби, бегущих за мной. Паника, просто паника. У меня просто была паника, да, я хватал, что видел. Все, что под ногами было, то и хватал. Хорошо, что выжил. Ну, я выжил, да, без капли ранений, и еще и да, немножко есть воды чуть-чуть. Так что, в принципе, ну, более-менее удачно. Это плюс, да. Каска, конечно, минус, можно, в принципе, и выкинуть, но я думаю, просто она все равно немножко спасает, скорее всего. Как думаешь? Ну, от ранения от зомби КФ, от зомбаков точно спасет частично, я думаю. А вот... Так, люди... немного... Сбился. Ну, а люди нас убьют, даже если мы будем в броне, потому что у нас ничего нет, кроме этой брони, допустим. Я немного сбился с маршрута, но в итоге нормально все равно бегу. Я тоже немножко сбился, и я прям рядом с Супер Джанктоном. Ну, блин, я... мне просто не вариант пробежать, потому что у меня сейчас по пути ферма, это как бы я не знаю, что. Ну ты же забежишь в ферму, и потом дальше Супериор. Да, а ты еще. А я сразу Супериор. А потом к тебе. Кто там завалит? Наверное. Просто хотелось бы вместе все равно как-то побегать. Надоело поодиночке, столько сидел уже. Просто... Давай так, я найду чисто чем отбиться или хавчик, одно из двух. Давай. И пойду к тебе, а потом вместе с Супериор этот. Давай, я тоже так же. Бегу в ферму и смотрю, если там есть что-нибудь отбиться, то потому что хавчик у меня в принципе есть. То сразу к тебе. Вроде никого не вижу пока, ну блин, это. Так, я вижу, тут военные хаммеры стоят. Ну не военные, просто хаммеры куча. Помнишь, мы такую уже видели тему на дороге. Да, там. Подойди, там всегда, ну, всегда что-то интересное есть. Угу, в том числе и зомби. Но полезное или не полезное, кто знает, то есть. Мне бы оружие найти, и все, и в принципе я живу. Так. Странно, но пока зомби я не вижу, и датчик спокоен. А не, вон, по-моему, один стоит. Так, ладно, картаны мой лучший друг.
Ребят, подскажите в комментариях, где лут поинтереснее, что ли, тогда уж. Я не знаю. На Никабулдо Сити, конечно, интересен, но... Да мне кажется, да, просто в больших городах. Сложно предлагать. И напишите заодно, как вы вот развивались, как вы играть начинали. То есть вы же тоже были когда-то на басами, которые зашли в первый раз. И то есть... Слушай, бро, а может быть такое, что они пустые? Да, бывает, но... Потому что здесь ни зомбарей нету, ни лута никакого пока что. Может, кто-то залутал уже. А может быть. Тоже вполне вероятно. Может быть. Не, фигня, вообще ничего нету, пусто. Обидно даже как-то. Я уж понадеялся было на медикаменты какие-нибудь там или на оружие. Неважно на что. Слушай, я ждал к суперию, тут вроде никого. Ну, как обычно, с первого взгляда, никого. Ну, так и так всегда, что. Я даже тут в лесу никого не замечу, даже если человек будет в красной футболке бегать издалека. Так что, в принципе, это нормально. Молодцы ребята, кто замечает, на самом деле, очень. Ну, как молодцы. Да это просто на самом деле идет такая, знаешь, как бы, опять хочется матом сказать, но не буду. Сейчас формулирую по-другому, подожди, как-нибудь, не по-грубому. Короче, типа, просто приигрываешься, вот. Грубо говоря, со временем. То есть, ну, я как бы понял, что ты хотел сказать. Ты понял меня, короче, да. Просто набираешь опыт и начинаешь такие темы уже замещать. Потому что уже примерно осознаешь механику игры и, собственно, что есть, может быть, тебя ожидать за поворотом за следующим. Я тоже потихонечку уже понимаю, что здесь к чему. Но пока еще, конечно, все равно далеко до асов, которые там бегают, все хвалят. Кстати, написал мне в комментариях, не в комментариях, в личку подписчик. Спасибо вам большое, Александр Безгалов написал то, что если зомби стоит один на тебя, короче, идет, да? Слышишь, Горелия? Да, слушай. То ты можешь просто зажать кнопку, типа, грубо говоря, ну, не нажать, не знаю, короче, бить его не прекращая, типа, да, и тогда он не сможет двигаться, и тебе ничего тебе не сделает. А, да, можно не бегать вокруг него. Если он, если он один, только да, тогда, да, типа, спокойно, просто лопишь его в голову, и все, и он никуда не уходит. Так что такая вот тема интересная, на самом деле. Я помнишь, у меня была ситуация в одной серии, когда я в трейлере застрял. И говорю, что там у меня зомби напал в трейлере, типа, и там место было вообще ограничено, я думал, сейчас умру. Я еще залагал опять назад, мне как бы отойти назад. А зомби стоял, просто так ничего не делал со мной. Я еще удивился, почему он ничего не делает со мной. А потому что я убил просто. Поэтому. Так что да, такая тема, она срабатывает. Ну, прикольно. Лучше, конечно, целиться в голову, я думаю. Ну, это понятно, не само собой. Но просто я имею в виду, что... Ну, просто можно не бегать, как идиот. Так, я бегу к городку, мне начнет пролагивать снова, не знаю, может, снова игра вылетит. Странно, блин, мой комп прям, может таких игр 10 запустить подряд. И ничего не будет. Я думаю, это за свободное место. Да, наверное, иначе не сделать своим честером. Или клавиатура вдруг решила отдавать сигналы центральному процессору о том, что смени меня, иначе я начну убивать. Так, слушай, здесь куча зомби, я, пожалуй, иду с другой стороны. Выжишек пока не вижу, девушка реально маленькая. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не имею возможности зайти с другой стороны. 8 маленьких домиков. Зомбари пока меня не видит. Однако на хаммера точно не запрыгну, но могу запрыгнуть на скорую помощь, если что, вдруг. У меня тут транспорта никакого нет, поэтому мне просто сваливать в случае чего. На полицейскую машину ведь не прокатит фишка, да? Не знаю, не пробовал. Испытай счастье, хочешь? Не знаю, пробую войти в дом. Если нет, придется бежать на скорую помощь. Я сейчас на таком вот месте, по идее, меня просто с трех сторон посмотрит очень хорошо. Если кто-нибудь сюда придет, то у меня пуля в голову полетит однозначно сразу же. Но, по крайней мере, я пока что живой. Тьфу-тьфу-тьфу. Подбегаю к амбару, входябельному вроде как. И зомбари вроде как не вижу никого пока тоже. Так что шанс у меня есть что-нибудь найти. Я нашел овсяночку и водичку. Теперь я сыт и... Напоен водой. Молодец, красавчик. Я теперь могу выдвинуться к тебе, если ты выйду из этого дома спокойно. Давай. Так, я нашел в амбар, тут какой-то генератор стоит нерабочий. Или может пока я здесь в городе осмотреться. Не знаю, братух, как хочешь. Ну лучше, конечно, ко мне было бы спокойнее. Хотя мне тут делать нечего особо, это в принципе. Я что-то нашел. Пойти посмотреть, что это такое. Просто навстречу могу двигаться. Сейчас, ладно. Последняя полутая вот здесь домик. О, братуха, я нашел наш любимый рюкзак. Один-единственный, правда, вот этот, с мишкой. Рюкзак, отлично, мишка. Вообще. И фонарик нашел еще. Я хотя бы фонариком смогу долбить кого-нибудь. Так, хорошо. Зачем так хорошо? Надо было бежать. Сменить рюкзак. Надо было сваливать отсюда, да, и надо было сваливать. Так, я тогда выбрасываю малый рюкзак, потому что он стандартный, нафиг он нужен.
Что, там все плохо у тебя, да? Бро. Да нет. Не так уж все плохо, но. Блин. Сейчас докаркаюсь, что все станет хуже. Блин, я не понимаю, фонарик выключен, включен. Черт, вообще ничего не понятно. Блин, как он не может залезть сюда? Даун. Мой персонаж умственно отстал. Ну, бывает, не переживай. Так, а вот тут уже страшно, тут уже много зомби. Приходится мне посередине дороги хреначить. Прям посреди тонны зомби, которые меня видят. И единственное, по моей кривой походке, они, наверное, думают, что я другой тоже зомби. Тупой, который тоже так ходит, как они. Да, печально. Наверное, печально. Я на поребрик не могу подняться обычно. Как у меня всегда бывает, когда я дурачок у мамы. Бинты нашел. Молодец, это очень хорошо. Стащил. Это нам поможет реально, это очень хорошо. Если мы, конечно, выживем. И порох, но не поможет, порох точно. Даже не бери. Так, я вхожу в следующее здание потихонечку. У меня впереди фонарик и неплохой такой рюкзак. Так что, в принципе, я тоже доволен. Ну, конечно, оружия пока что никакого, вообще фонарик-то не оружие, так, фигня. Да вообще, ну, вот сейчас я, может, зайду, найду на что-нибудь. Потому что я вот бинты еще одни нашел. Слушай, ну бинты бинтами, но... Так, в том здании вообще шляпа, только пустынная панама есть. Но я поменяю на свою, потому что моя, естественно, совсем видимая. Очень по-жесткому. Но для этого я, пожалуй... О, подожди, биту нашел, отлично, живу, биту. О, ну вообще отлично. Я третий бинты нашел. Я могу перевязаться, как мумия, и ходить. Даже металлическую биту. Теперь нужно выйти и поменять быстренько панамку и битку. А фонарик к фигам убрать. Так, кстати, спокойно. Ну я так не акцентирую внимание на чатике, но там кого-то взломали, оказывается. Да, я тоже посчитал. Даже в стиме вроде как. Ребята, придумывайте нормальные пароли. Все просто. А видишь, там пишет, я бы тоже почитал просто фоном, но не стал это озвучивать. Там, короче, пишет, что типа, если у вас пароль цифра 0, то она типа не считается. И у вас получается пароль не 4 символа, а 3. Прикинь. А, нифига себе. То есть, допустим, ты ввел пароль, допустим, там, к примеру, 1903, допустим, да, у тебя получается 193, и все. Кто-нибудь подобрал эту комбинацию, и все. Слушай, ну я в здании скорой помощи, насколько я понял, я нашел двое летающих и уже четвертый бинт наш. Бери все, у меня рюкзак большой, вместится. Потом можно бежать к сейф-зоне, там лекарства скидывать, в принципе, как вариант. Я нашел сортир деревенский, знаешь, такой на улице, который стоит отдельно, такая будка небольшая. В нем бинты, отлично. Бинты, да, это да. Но скорее туалетная бумага, это не бинты. Просто. Ну, типа ты, да. Твой персонаж принял просто. А я чё, я встал-то, блин, придурок, у меня же все плохо. Так, ладно, нашел здание входябельное еще одно, вхожу в него. Эх, не знаю, ладно. Наверное, в Алдаяк тебе уже не побегу. Здесь я в центре города, тут слишком много зомби. Давай к тебе сам побегу, хочешь? Потому что у меня, в принципе, есть оружие. Давай, беги в этот город, там, в Супериор. Сейчас, берусь только где, в какое направление бежать. На самом деле, я тут пока бесшумно ползаю, поэтому хотелось бы остаться. Тебя не видит? Или видит? Нет, не видит меня. Ну, нормально тогда, давай, все. У меня панамка, рюкзачок и бита. Так что, в принципе, я знаю, где скорая помощь стоит. Я в порядке. Похавать немного есть, попить тоже немного есть, в принципе, живу. Еще два более удаляющих и бинты. Я тебе несу, я тебе несу фонарик, слышишь? Я тебе несу фонарик и несу тебе каску оранжевую, если надо. Больше пока ничего нет. Я тебя закормлю более удаляющим, чтобы ты насмерть упал. И потом перевяжу бинтами, будем прикалываться вместе. Типа мумия воскресла? Да, ты будешь... обдолбан болеутоляющим и весь в бинтах. Так, поведи, пожалуйста, к краю. Ты можешь посмотреть на карту, пойти в мою сторону, чтобы хотя бы к краю города подойти, к тому же, где я, чтобы мы с тобой вместе вошли в город в итоге, всех порубали. Да, я боюсь, что минут через 5 срубать, ну, лутать будет нечего. А рубать-то всегда есть кого. Я на такой большой горе, вообще офигеть. Еще раз. А, я в самом центре. Вот иди в мою сторону, посмотри, где я по карте, иди туда. Чтобы подойти к тому же краю, с которого я буду входить в город. Что мы с тобой наконец-то встретились, понимаешь? О. Я тебя понимаю, но... О, что ты? Тихо-тихо, подожди, залагало, все зависло, я вылетел. Ну, не с игры, а с сервера. На горе был. Ошибка связь с сервером прервана. Да на горе, на гору не наступайте. Ну, блин, просто я по прямой бежал, так удобнее. Ладно, сейчас по-быстрому иду обратно, ничего страшного. Бывает. Да, я думаю. Пока попью чайку. Глыть? Нет, пока глыть. Еще не глыть.
Когда? Ладно, я двигаюсь туда в свою сторону. Давай двигайся, да. Ах, почему на обратно на М карта не убирается? Вот там включается на М, а убирать ее Escape надо. Да ладно, да? Я чуть не обращал внимания никогда. Ну, видимо, просто пофигу, Escape нажимаю и все. Ой, блин, как спать охота-то, а? Ужасно просто. Так, да ладно тебе, взбодрись сейчас пару смертей, и все будет нормально. Ну, я бодрюсь, я пью какой-то крепкий чефир холодный, лютый. Так, вошел по-прежнему с горы, еду вниз. Оу. Да снова вылетел, что ли? Да твою ж дивизию. Еще раз вылетел? Да, прикинь, снова связь с сервером прервана. Чертова гора. По горам просто, потому что. Да. Ну все, больше никогда по горам не пойду, буду сюда обходить, даже если это будет километровый обход. Надо просто не по самому пику пытаться, а как-то по подножию, что ли. Да я забыл, прям по самой верхушке шпилы просто напрямую к тебе, напрямки быстрее, чтобы до тебя добраться, еще с тобой болтал, там обсуждал тактику, чтобы ты подошел к моему краю там и так далее, и просто завтыкал. И поднялся только на самую гору. Я так смотрю еще вниз такой, типа, о, как красиво, так нифига так все видно. Сверху, и в итоге фигак и все. У меня персонаж скользит вниз и вылетает второй раз уже. Может, ты сквозь текстуру типа проваливаешься, и игра думает, что ты... Ну, он просто скатится вниз, как бы, на одном... Ну, стоя на одном месте, как бы, скользит. Ну, это у меня было такое, да. Ну, типа, да. Слишком резкая гора. А может, ты ноги переломать себе должен, по идее. Так, все, аккуратно иду вниз, потихоньку. Просто с горы спускаюсь. Аккуратно, пешком. Origin? О, это... Тут за Origin прислали игры, похоже. В смысле? Best Played on Origin. Прислали кому? Тебе прислали? Да не, это коробки тут стоят. А. В Infestation, пожалуйста. Так, братюнь, подожди секундочку, сейчас тебя приглашу. Все народу играет мало, так что у нас есть шансы выжить. Играет человек, ну, не знаю, 15, судя по табу. Я тебя пригласил и бегу к тебе. 12. 12. А где ты смотришь, какое количество? Я просто не втыкаю в это. Таб, и там в самом низу, сам последний. Я, собственно, последний есть 12. А, все, понял, понял. Просто видишь, они порядку раскиданы как-то там 0, 4. А они слева направо идут. Я тоже сначала тупанул. Все, тогда понял. Не понял. А Origin тут не тот Origin. О, я вижу галочку уже, тебя вижу. Все, отлично. Да, я тоже вижу. А тут Origin, типа, ну, похоже, это гейминг, да, без гейминг, значит, такое. Почему они Origin вообще рекламируют? Что за фигня? Там у них разработчики, что ли, да какие-то? Да не троллят просто на самом Origin. Никто его не рекламирует. Хотя, ну, эмблема, естественно, не другая там. Так, ты где-то под горой вообще появился. Ну да, я с горы спустился аккуратненько и бегу к тебе. Вот я вижу твою точку, она как будто под землей, как будто в шахте какой-то тусуешься. У меня то же самое. Алмазы ищешь? Нет, я над горе, наоборот. Не знаю, что за лаги. У меня ты типа на горе, под горой, то есть, наоборот, внизу. Офигеть. Да ладно, пофигу. Сейчас я зайду в последний дом, и здесь тебя, собственно, ждать. Надеюсь, меня не арестует мистер полицейский с кровавым ртом. У меня бит, попробуем отбиться, в принципе. Бинтов у нас, да и более тогда еще дофига, так что, если что, накормим друг друга. А вот у меня теперь... О! Непригораемая сковородочка. Да? Шикарно. Ой, еще клюшка для гольфа. Так, все, я не бегу трэш в том, потому что надо экономить стамина, мало ли придется сваливать, потому что у меня сейчас ее очень мало. Примерно 1/5 часть. Я тебя давай. Вижу, все, я бегу по полю. Ты меня тоже должен видеть. Там что-то прыгаешь. Клюшка для гольфа. Я прыгаю, да, я прыгаю. Ну, я тебя вижу. Да, я вижу, на стрелочке-то она тоже прыгает. А что, идеально для дальних ударов? Удар? Можете жарить на ней яйца или расплющить чье-то лицо. Ты да нет, слушай. Все залутал, нет? Нет, не все, то что я ползаю медленно. Я около дороги, короче, перехожу через дорогу на корчиках. Сейчас я зайду, посмотрю, но здесь, похоже, ничего нет. Ты можешь дорогу увидеть, если ты увидишь меня. Да, я сейчас иду. Собственно, вот двинулся. В путь. Очень похоже на человека вдалеке, но, по-моему, это все-таки зомби. Да, зомби, нормально. Похоже было. Смотри, тоже там у тебя зомбарь на улице тусует около тебя. Да, я... Иди вот к дырке в заборчике. Понял, давай. Тебе как раз покажу Origin. Так, вроде не палит. Бегу. Такой подходишь. Такой, оп! Клюшкой. Здорово. Ах ты, ела. Испугался? Просто плюху железной биты. Давайте, хочешь, дам что-нибудь? Что тебе надо дать? Пойдем вот туда. Или дай мне бинты, давай поменяемся чем-нибудь. Фонарик нужен? Пойдем. Я тебе сейчас за забором, за углом дам бинты. Фонарик нужен? А? Нажми Е, запарил, давай. Да стой тоже, давай меняться.
Давай меняться, ладно. И давай, кстати, на этом заканчивать. Давай. Сегодня. Так, на тебе каску. Каску. Тебе что-нибудь? Ты что, мне три бинтов даешь? У меня одна есть, дай мне одни бутылетаряющие, одну бинт и все. Ну, как хочешь. Ну, или хочешь, мне экзак большой могу таскать, в принципе, как хочешь. Так они все равно стакаются. Да, ну, окей тогда. Все. Эти антибиотики еще могу дать, но они одни. Ладно, плевать, нормально. Ну что ж, друзья, мы снова вместе. Фермер и строитель. Дай-ка у меня клевый рюкзак. Да, я ему сейчас голову, знаешь, как фрисби или как он называется в Америке. Ладно, давай не будем палиться, потому что мало ли кто сюда прибежит, сейчас там вот стоим на видном месте. Давай скорее прощаемся, прям куда-нибудь прятаться. Давайте, короче, подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте видео, не забывайте. Ну и всем пока. Ну да, пока-пока. Self-destructive.